маме вручаем, и мама вам почитает, хорошо, вечером? Вот такие книжечки-памятки, что нельзя подходить к окнам, что нужно хорошо себя вести на детской площадке, да? На велосипеде катаетесь, обязательно смотрите по сторонам и вперед, да? Чтобы не получить травму. Детство должно приносить только радость, уверены одинцовские полицейские. Вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав они провели акцию «Безопасное детство». Рассказали жителям города о том, как обезопасить детей дома, во дворе, на отдыхе и даже в интернете. Мы раздавали памятки как детям, так и их родителям, законным представителям. Хочу сказать, что, конечно же, очень много детей травмированных, которые не соблюдают правила дорожного движения, правила перехода железнодорожного полотна в неустановленном месте. Далее мы говорим о том, что должны быть безопасные окна обязательно. Летом проблема выпадения детей из окон квартир становится очень острой. По словам Ольги Лимаровой, родители часто заблуждаются, полагая, что москитная сетка может удержать ребенка. Самый надежный способ обезопасить детей дома – установить специальный замок на окно и никогда не оставлять малышей без присмотра. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».